Тишина должна быть в библиотеке, но в этой детской на Пионерской 9 шуму от строительно-ремонтных работ даже рады. Уж очень красивый проект реконструкции подготовили дизайнеры. Задача была не из простых. 6 небольших помещений в жилом доме преобразить в яркий мир детства. Входная зона у нас вот такая, чтобы дети пришли, и сразу у них появилось настроение, ощущение, что они попали в какую-то необычную среду. Вот, сказочную. Вот. Ну, а потом уже с этим настроением переходит в следующий зал, и там у нас зал трансформер. Потому что иногда целые классы приходят, и разный контингент, то есть там от 3 до 16. За томиком Пушкина или целым собранием, книжкой Киры Булычевой или дополнительной литературой целыми классами поодиночке приходят в цифровой век красногорские ребята именно в библиотеку. 4300 пользователей, книговыдача 83 тысячи экземпляров. Такая статистика 2018 года. Двери детской библиотеки не закрываются даже на время ремонта. Ремонт библиотеки закончится в конце июля. Сама библиотека откроется к сентябрю. После реконструкции в детской библиотеке будет 4 помещения. 2 зала для младших и старших посетителей. В одном из них можно будет не только посидеть, но и полежать на мягких диванах. Также по проекту запланирован компьютерный класс, оснащенный по последнему слову техники, и уютный холл, где будут представлены книжные новинки.